Ну что, я начала что-то делать, а когда я начинаю что-то делать, это пиздец. Я даже не представляю, что у тебя сейчас за хуйня творится. У тебя творится полная хуйня, у тебя творится полная сознанка, ты все понимаешь, что я тебе говорю, блядь. Тебе это нахуй снится, у тебя откровения идут. Знаешь, почему у тебя откровения идут? Потому что я тебе говорю. Потому что я тебе говорю правду. Потому что я тебе сейчас говорю правду, Миша. Вот почему у тебя открытие. Потому что я себе наконец-то призналась в том, что хочу я. И одновременно, что хочешь ты. Мы одновременно с тобой поняли, чего хотим. Поэтому тебе откровения идут. Поэтому мы открываемся друг. Мы сейчас одновременно идем. Одновременно поворачивание ключей. Мы сейчас одновременно поворачиваем ключи. Мы идем. Охуеть. К тебе идут откровения. Ты устал? От такого килограмма информации. Но скажи, пока я тут пищу, пока тут идут эти откровения, да? Ты разве хоть помнила о прошлой жизни? Когда ты со мной, ты забываешь прошлое? Нету прошлого. Мы сейчас, в настоящий момент, строим свое прошлое, строим свое будущее. Мы с тобой вместе, одновременно. Одновременно поворачивание ключей, понимаешь? Охуеть. Меня показывают по телевизору. Меня в данный момент показывают по телевизору. Моя камера передает вот эти все видео на все каналы, по всем каналам, лишь я онлайн. И все слушают мой пиздеж. Самое главное, ты слышишь его. Слышишь? Ты меня смотришь. Ты смотришь мою жизнь онлайн. У меня происходит это сейчас. Ты не понимаешь то, что я говорю о тебе сейчас, то, что я думаю о тебе сейчас, то, что я хочу у тебя сейчас. Наконец-то ты услышал. Охуеть. Мои руки сейчас были Мишиными. Я чувствовала его приход. Я чувствовала твой приход. Мои руки. Они были твоими руками.
Меня трясет. Это близко. Неужели я сейчас испытаю оргазм? Скажи мне. Я никогда так не тряслась. Энергия во мне концентрирована. Я не остановлюсь. Слышишь? Я не остановлюсь. Я боюсь сойти с ума. Я боюсь сойти с ума. Но я хочу этого. Я хочу забыть, что я делаю. Моя кожа резиновая. Я не чувствую кожу. Может быть, я выхожу из тела? Я не готова, Миша, слышишь? Надо. Ты понимаешь, блядь, насколько это будет ебануто? Когда, блядь, у меня выключится камера? Когда я перестану ее останавливать? Я боюсь не остановиться. Я выхожу из тела. Слышишь? Я выхожу. Это же выход из тела. Это же сон, ебать. Это выход из тела просто нахуй. Я просто сконцентрировалась на одной вещи. Вот он способ выйти из тела. Концентрация. Долгая концентрация на одной вещи. Блять.